простая, надо было, чтобы образы были и сказочные, и при этом и женственные, ну, и мужественные в том числе, да, те, которые требовались. И, в принципе, все это было в неком ритме, я бы сказала, импровизации, да, то есть импровизации было довольно много. И вот то, что у нас получилось, то, что вот как бы рождалось, ну, за такой не длинный промежуток времени, вот мы сегодня представим. Спасибо. Правда фантастические. И сейчас хочу пригласить девушку Анну Ашуркову. Ей отдельные аплодисменты. Вчера у нее был день рождения. Сегодня у нее презентация календаря и не только. И что же нам расскажет Анна о своих ощущениях от фотосессии? Добрый день. В первую очередь хочу поблагодарить нашу смелую Вику Корнееву за ее смелость, за ее идеи, за этот вызов, за то, что она именно меня позвала в этот проект. Это безумная просто благодарность тебе. Очень счастлива, что я побывала в этом проекте. Также хочу выразить огромную благодарность нашим просто фантастическим моделям. Очень счастлива знакомству. Это сумасшедший опыт с вами. Наверное, запомню эти фотосессии очень долго. Также хочу поблагодарить мою маму за то, что она меня поддерживает во всех моих начинаниях. Мамочка, спасибо тебе огромное. Спасибо огромное. Все, спасибо. Спасибо большое, Анна. Я тебе, Анночка, больше скажу. Это не только Вика придумала, что ты будешь фотографом. Это была и Оля. Потому что идея календаря у нас давно уже зарождалась. Но мы вместе утвердили тебя. Мы все делаем с Олей вместе. Спасибо. И сейчас несколько слов. Мы так отварим сварды бус ари пар мусу вароне. Олга монстратис мусу билдес. Und mehr seit sie nach dem Spaßwart Spaß das sich auf Katrin Navarone. Январь. Надежда Терехович, нумеролог. Надежда Терехович. Февраль у нас консультант по сезонам жизни Ольга Кангизер. Она у нас изображена в образе жрицы. Следующее у нас март. Сейчас будет очень скромно, как будет демонстрировать Ольга себя. Ольга Власова. Арт-терапевт, руководитель проектов. Апрель. Тут в апреле пришла сильная янская энергия. У нас появляется мужчина. Этого мужчину мы все знаем. Целитель, йога-терапевт, руководитель ТАО Федерации Сергей Иванов Галвич. Фотосессии на рассвете Сергея. Так, следующий у нас тоже мужчина, тоже огненная, яркая энергия. Это мужчина, целитель, фармастер, профессиональный массажист и вообще волшебник. Директор оздоровительного центра Алоха Спа. Ангельская банька Вадим Финилчик. Уникальная она была, конечно, и тем, что мы в сжатые сроки все-таки сумели сделать. И уникальная она была по своим каким-то особенностям и природным в том числе. Эта фотосессия у нас была сделана перед грозой. И мы приглашаем на сцену администратора фестиваля Хироманта Викторию Мутянко. Один элемент скромности. Прямо хотела рассказать про этот элемент скромности. Не может же сама скромность себя представлять. Виктория Корнеева. Я немножко поскромничаю. Да, тоже приняла участие, конечно. Я всегда люблю принимать участие в тех проектах, которые делаю. Август. Астролог, астропсихолог, ведущая завтрашнего дня фестиваля Наталья Бушурова. Хочешь
хочется сказать, что наше движение из фестиваля «Эзотерики», из него вышел клуб «Эзотерика». Недавно к нам присоединилась одна очаровательная девушка, специалист по эмоциональному здоровью. Она прекрасно вжилась в роль солнца, которое мы увидим в сентябре. Алина Воронова. Следующий месяц, он будет судьбоносным, не месяц, а год. Следующий год он будет для многих судьбоносным. Если мы говорим про энергии Таро, то этот год нам дан для того, чтобы мы погружались в себя, для того, чтобы мы переоценивали свои возможности, свои силы, чтобы мы учились, обучались. А следующий год нам будет дан для такого рывка. Он очень активный, очень динамичный будет. И самый ключевой месяц в следующем году – это будет октябрь. В октябре в следующем году будет такая энергия, что мы сможем изменить свою судьбу, и мы приглашаем богиню судьбы, астроминералога, дизайнера уникальных украшений Инду Беляеву. Все вот эти описания, которые я вам сейчас называю, вы их увидите на двух языках в нашем календаре. И в ноябре у нас будет такое время, когда у нас будут, нам будут доступны любые горизонты. И мы приглашаем литотерапевта, парапсихолога, руководителя Центра восхождения, преподавателя Юлию Шляхову. И в завершении мы увидим также преподавателя Центра восхождения. Мы ее не увидим, но мы ее увидим на картинке и подарим ей аплодисменты. Позитивная, яркая, жизнерадостная Диана Тула. Спасибо большое всем моделям. Расскажу вам, знаете, сегодня день открытия истины. Все модели согласились принять в этом дорогом коммерческом проекте за 2 дня. Ну, видимо, что-то в этом есть, и они почувствовали, что здесь надо участвовать. Приобрести календарь вы сможете сегодня на нашей информации или заказать, мы потом пришлем вам по почте. Дорогие участники, вопрос к вам. Есть у кого-то желание поделиться фотосессией, впечатлениями? 2-3 человека мы готовы услышать. Участие это был, конечно, авантюрный проект. Так как мы, скажем так, все-таки люди эзотерики, авантюрные люди, иначе мы не были бы эзотериками. Большое спасибо организаторам, девочкам. Потрясающее спасибо тем, кто воплощал эту мечту. Девочки работали, мы работали просто на раз-два. Да? То есть, если говорить про меня, то фотосессия была очень интересной, что мы приехали в поле, которого я, в принципе, проезжая мимо, вообще никогда не замечала. И тут мы приезжаем и смотрим точно поле. Вовремя вышел свет. Вовремя закатывали стучки. И вообще вот это вот состояние единения с природой было потрясающе. Всем огромное спасибо. Es vēlētos sveikt visus klātesošos latviski un pastāstīt par to, ka arī es esmu bezgalīgi pateicīga šī projekta autoriem. Un tā sanāca, ka lēmumu par to, lai piedalītos kalendārā, es pieņēmu arī stundas laikā, kad man Viktorija piezvanīja. Pateicoties tam, ka mūsu fotografēšanās jau bija nozīmēta noteiktā dienā, un tad, kad mēs atbrauca pirms tam, 2 dienas liep ļoti spēcīgas lietas. Tā bija piekdiena, un piekdiena bija ļoti saulē. Mums bija jābildē saules dievieti, un iepriekšējās 2 dienas, mēs tiešām gaidījām, lai tikai visas lietas nolīst. Mums bija saulē diena, un nākamā diena atkal bija lieta. Un tā mēs, domāju, sapratām, ka šim projektam noteikti palīdz arī dabas spēki. Un es gribētu, lai jūs, kad skatīsieties uz mūsu bildēm, arī redz, cik skaistas vietas ir te pie mums Latvijā. На этом я хочу вам сказать, Ольга, ты уже готова? Я хочу сказать, что сюрпризы и подарки судьбы на этом не останавливаются. С некоторыми людьми, с кем мы сотрудничали в
по созданию календаря, у нас получилось очень хорошее сотрудничество. И мы решили это продолжить, и поэтому мы решили открыть новый центр, который, руководителем которого является Ольга Власова. Ничего не происходит просто так. И название наше «Супернова студия». «Супернова» — это значит зажжение сверхновой звезды. Мы надеемся, что в нашем образовательном центре зажжется именно ваша звезда. Я хотела бы дать слово нашим преподавателям. Сначала быстренько, коротко, какие программы. Это Таро, карты Таро Виктория Корнеева. Надежда Терехович. Нумерология. Наталья Бушурова. Астрология. И Ольга Кангизер. Сезоны жизни. Девочки, я хотела бы, чтобы вы по очереди подошли и рассказали что-нибудь про свои программы. Добрый день всем, я Нумерова. Как все уже поняли, да? Получила такой подарок потрясающий. Что касается моей любимой нумерологии, циферок, много, я могу говорить много. Мой личный рекорд 7,5 часов по скайпу, поэтому здесь я буду короче. Вот, циферки нам рассказывают, вам, когда придете к нам, циферки вам расскажут о вас, о том, какие вы талантливые, о том, где вы можете эти таланты наилучшим образом применить, о том, какие у вас есть кармические заморочки, о том, какие у вас есть мастерские задатки, о том, как стать счастливыми, как сделать счастливыми своих близких людей и друзей. Так что добро пожаловать. Спасибо вам большое за внимание. Конечно, это достаточно мало, но все-таки в рамках этих двух слов. Сезоны жизни – это уникальная, на мой взгляд, система знаний, которая помогает любому человеку, независимо от того, в какой сфере он живет и работает, понимать некие законы природы, понимать законы, по которым живет система человек, в частности, он сам и его близкие люди, свои врожденные особенности, текущий этап жизни, возраст, в котором он находится, и в комплексе все это применять в своей жизни в каждом дне, в любых вопросах бытовых и более сложных. Уникальность этой системы еще в том, что она не противоречит ни с какими знаниями. Все преподаватели, которые говорят о себе здесь сегодня, о своих системах, мы все вместе с ними уже прошли опыт соединения, исследования, и все это сочетается и делает все наши знания и учебные программы только более актуальными и более практичными для применения. Я приглашаю вас в любом случае, кого бы вы ни выбрали, может быть, выберите всех, приходить к нам, тем более преподаватели и организаторы, и я просто воспользуюсь моментом, которые создают каждый раз что-то новое, которые идут в ногу со временем. Сейчас я говорю о Виктории, о Ольге. Это уникальные люди, которые не просто разговаривают, а просто берут и делают. И они делают это настолько динамично и настолько в сосуществе с природой, что иногда действительно нужно только 2 дня для того, чтобы принять решение, и я им за это благодарна. Благодарю. Вы меня не услышите? Здравствуйте. Я не буду ломать ничего. Здравствуйте, очень рада всем вам. Я астролог, астропсихолог, зовут меня Наталья, фамилия моя Бушурова. Буду с радостью вас всех ждать, желающих, на моем курсе по астрологии и астропсихологии. Что я буду вам рассказывать? Я хотела бы, наверное, своих студентов научить перестать бояться астрологии, потому что очень многие подходят к этому со страхом, как к чему-то неизведанному, к чему-то карающему часто, что мне очень не нравится. Давайте дружить. Давайте дружить с планетами, давайте дружить с энергиями планет, давайте будем прибегать к их помощи. И будем применять их конкретно в нашей жизни. Пусть это не будет чем-то абстрактным, пусть это будет нашими помощниками, друзьями. Ура! Я вас жду, буду очень рада. Диана Тула. Декабрь. Мы просим вас на сцену. Я в этом центре буду преподавать карты Таро. Карты Таро я уже преподаю
уже очень давно, уже полгода. Занимаюсь ими 5 лет, но вполне все успешно происходит. Просто динамика у нас сейчас, все быстро происходит. У меня 2 группы уже выпустились, еще 2 группы параллельно обучаются. Поэтому если вы хотите узнать, что же такое карты Таро, их энергии, их секреты, все, что знаю я с радостью поделюсь с вами. Так, хорошо. Что еще? Я скажу, что каждый специалист даст свои знания всего за 8 месяцев. Я думаю, что это базовый курс. Продолжение будет. И продолжение следует. Продолжение следует в следующем году. Базовый курс, начало обучения со следующей недели. В течение 8 месяцев вы можете обучиться одной из предложенных программ. Мне еще хотелось бы добавить, что именно сегодня, если вы зарегистрируетесь в нашей школе, вы получите уникальную скидку месяц обучения бесплатно. Так что подходите на регистрацию и регистрируйтесь на обучающие программы. Аплодисменты руководителю студии «Супер Нова Студио». Ну вот, девочки немножко покрасовались, поговорили, навели тут атмосферы любви и радости. И, конечно, в нашем календаре приняли участие 2 мужчин. И хочется их услышать и, ну, как мы между собой разговариваем, добавить адекватности процессу. Мужчина. И за адекватность. Ваши аплодисменты. Волшебник, маг, чародей, целитель, терапевт, массажист. Руководитель Алоха СПА Вадим Финютин. Хочу поблагодарить, конечно, организаторов этого чудесного мероприятия, за приглашение и за возможность стать участником календаря эзотерического. Спасибо за тот образ, который организаторы придумали для меня. Я настолько проникся, пройдя через этот опыт, что мы привезли сюда, на эзотерический фестиваль, шамана из Литвы. Благодарю. И ваши аплодисменты целителю йога-терапевту Сергею Иванову Галвичу. Здравствуйте, друзья мои. Мне очень радостно, что проходит уже 3-й фестиваль. Потому что когда-то, более 25 лет назад, когда мы создавали профессии, я был одним из создателей профессий по целительству, по экстрасенсорике, по биорадиологии, по астрологии. И 7 лет назад мы дополнили и расширили данные профессии. Это йога-терапевт, йога-мастер, йога-специалист, и был перенесен целитель и добавлен фитотерапевт. То есть Латвия уникальна тем, что мы являемся той страной, в которой были зарегистрированы эти профессии и были созданы первые учебные центры. То есть на сегодняшний день, например, по йоге мы уже добились, что с прошлого года... Сейчас, секундочку. Я просто это напрямую связано с календарем, потому что есть представители всех этих направлений. Вот здесь собраны и астрологи, и экстрасенсы, и нумерологи, и целители. И когда-то говорилось о том, что такое станет возможным, это было малореально. Вот я очень рад, что Виктория, это была вместе с Ольгой, и с теми, кто их поддержал во всем этом процессе, были сделаны те дела, и вот сегодня мы видим уже результаты, потому что никто реально не решался делать некоторые вещи, делать подобные фестивали такого уровня, такого масштаба. И вот календарь, это, в принципе, знаковый, когда-нибудь, я думаю, он будет достаточно большим раритетом, потому что мы являемся первой страной в мире, где возникли эти профессии, они стали обязательны с нашими стандартами для всех стран мира, и теперь Латвию знают уже как страну, в которой родились эти профессии и были, скажем так, адекватно изложены. Спасибо нам всем за адекватность. И, конечно, огромное спасибо за адекватность человеку, который вообще к эзотерике в прошлом году отношений не имел. Это человек, с которым мы сотрудничаем вместе по организации мероприятий. Я когда сказал: «Саш, есть такая идея, объединимся к эзотерикам», он говорит: «Как? Что ты сказала?»
Но теперь Саша у нас уже с нами в третий раз организует этот фестиваль. Он слушает все лекции, и я думаю, что что-то у него тоже происходит. Главное, что он слушает нас. Да. За адекватность спасибо. И, конечно, за технику и за эту всю красоту, которую сегодня мы здесь видим. Спасибо, Александр Коврига. Сейчас я хотела бы минуточку прям внимания девочки, а это Виктория Кормеева и Анна Шуркова. Проект Лисы сегодня представит вам свою песню. У них дебют. Девочки очень волнуются, и песня волнительная. Песня для родителей. Давайте послушаем. «Родители» — это песня в знак уважения нашим родителям, тех, кто сейчас с нами. И... тех, кто поддерживает нас с небес. Анна, жду тебя. Нет, вот мне разговор.
Ну что, друзья, немножечко отдохнули. И сейчас я хочу представить вашему вниманию Виктора Бусыгина. И очень приятно, что на сегодняшнем празднике присутствуют и детки. Виктор Николаевич Бусыгин, мим-клоун, мастер айкидо. И он является... Стоит аплодисментов. Он... Педагог по физической культуре и спорту. Они сейчас с детками выйдут и покажут вам то, что они способны. Я приглашаю Виктора Бусыгина. И сверкают купола, мечеть пророка. Он всегда вставал и уступал ей место, лишь входило. И глаз небесных синий свет отцу дарила на приветствие в ответ. Слился взгляд с небесами, и если смотреть в небеса, вам отнявшие от сердца младенца ответят глаза. Еще одна легенда так гласила: тот талисман есть око женщины, которая любила. Узнав, что муж вторую хочет взять жену, ее печаль была столь глубока, столь нестерпима, что угли раскаленные не кочергой, а голыми руками ворошила, чтоб ожогов боль.
огромное спасибо. Я надеюсь, вы почувствовали таинство вибрации. Я, конечно, взбудоражена. Я хочу предложить вашему вниманию. Ну что, друзья, немножечко отдохнули. И сейчас я хочу представить вашему вниманию Виктора Бусыгина. И очень приятно, что на сегодняшнем празднике присутствуют и детки. Виктор Николаевич Бусыгин, он будет с вами здесь. Надеюсь, что вы получили безумное удовольствие и узнали для себя очень-очень много. Завтра в 11... То есть независимо от материального состояния человека, независимо от того, что, может быть, сейчас он очень благополучен, в какой-то момент у него будут испытания. Потому что я всегда говорю, ангелы на земле не ходят, они все летают на небесах. Здесь все люди, которые пришли сюда, они имеют отяжеленную карму, они имеют причины, почему они должны встречать проблему в жизни, и как бы это возможность отработать.